Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Чувствую себя просто ужасно, паршиво, сил нет. Я устала морально и физически, выжата как лимон, ношусь как белка в колесе. Дочка моей 2 года будет. Сегодня вывела меня так, что послала бедного маленького ребенка, свою крошку, для которой я целый мир, которая мне доверяет, любит на 3 буквы. Она ужасно себя ведет, я понимаю, она не виновата. Она не понимает, это возраст такой, капризный, ее муж есть, помогает, но все равно мне этого мало. Я 24/7 с дочкой, плюс у меня проблемы с навязчивыми мыслями, что вдруг что случится, ни на секунду нигде ни с кем не оставлю. Даже камеры в доме поставили, чтобы я спокойно была. Я устала все контролировать, ждем второго. Еще есть я там, это такая, которая шлет своего малыша, который ничего не понимает. Моя усталость и все остальные меня не обрадуют. Меня мучает совесть. Был один раз, как-то попередала, я чуть с ума не зашла, как я могу обижать своего ребенка, я ее безумно люблю. Я не знаю, может, мне нужно к психиатру. Это было 2 раза. Первый раз, когда написала пост, сегодня у меня снова это вырвалось, сижу, плачу, что я за мать. Смотрите, в первую очередь, мне кажется, что основное, что вам, по-видимому, нужно сделать, да, это разрешить себе, в общем и целом, как мне думается, злиться на ребенка, вот, своего брата, разрешить себе злиться. Вот, потому что вы себе этого не разрешаете, вот. То есть необходимо легализовать, вот, что называется, злость, которая у вас есть, потому что злиться на ребенка это, более чем нормальная история, вот, и, в общем-то, на свои, а на детей своих злиться нормально. То есть, не то, чтобы прям вот, как-то вот, можно и нужно, да, но злость – это абсолютная норма, которую вы пытаетесь опровергать, да, которую вы пытаетесь как-то вот не замечать, вот, а оно все равно у вас, как-то вот получается достает, вот, и, соответственно, вы с этим боретесь безуспешно, второй момент, на который хочется обратить ваше внимание, да, это то, что у вас есть проблема с личными границами, вот. То есть я имею в виду, вы очень много на себя берете, вот, вы как-то вот, боитесь, да, что что-то случится, а в какой-то степени это отражает ваши потребности. То есть вам хотелось бы, чтобы что-то случилось, потому что это могло бы немножечко снизить ваше напряжение, да, вот. И, соответственно, вот это некая такая агрессия, да, некие такие чувства, которые вы подавляете, подавляете в себе, вот, пытаясь, быть, вот, такой, какой вот вы, считаете, должны быть, вот. При этом, как бы, игнорируете, да, то, что какая вы на самом деле, то есть, игнорируя, вот, то, что вам хочется, к примеру, то, что то, в чем вы нуждаетесь, и так далее. Вот. Поэтому вот установка личных границ тоже очень важна. Важно также работать
со страхами, ну вот, потому что у вас их, я имею в виду страхов, получается довольно много. Вот, и они вас, ну, также мучают, да, они вас также беспокоят. Вот. А в страхах заключены наши желания, в страхах заключены наши потребности. Вот. И вот тоже нужно постараться увидеть, да, то вот насчет чего вам хочется в этих страхах своих. Вот. Потому что они, страхи, отражают также ваши потребности. Вот. Ну, на мой взгляд, вы сильно, довольно-таки, как-то вот, значит, ну, принижаете, да, своего ребенка, то есть говорит, что вот она там ничего не знает, да, без меня не может и так далее. То есть, ну, здесь довольно сложно, конечно, не увидеть то, что вы это делаете, как-то вот, как будто бы специально, да? То есть вот специально вы умоляете, значит, ну, значение, да, умоляете значение своего ребенка и, соответственно, повышаете значение себя. Вот. Да. Это бросается в глаза, и я думаю, что это неспроста, я думаю, что это вот связано также с тем, что у вас есть трудности с собственной значимостью, вот. А свою значимость вы пытаетесь реализовать через, скажем так, через достижение определенной планки какой-то. Вот, то есть вы говорите, что ну вот я сейчас вот как этого добьюсь, вот я сейчас как этого добьюсь, вот я сейчас как это сделаю, да, и вот все будет хорошо. Вот. Ну а хорошо не получается. Вот. Поэтому, конечно, заботиться нужно, учиться, заботиться в первую очередь о себе. Вот. Учиться, конечно, отпускать контроль. Вот. То есть это история про то, что вот близкие люди, да, они вас, вот, к сожалению, ну, больше, например, тяготят как-то, да, нежели чем вот, вы чувствуете себя собой с ними. Вот. Это очень, ну, действительно, тяжело и изматывающе очень. Вот. То, что вот вы испытываете. Вот. Поэтому, значит, ну, к врачу, если вы хотите, вы можете обратиться, да, тут вас никто останавливать не будет. Вот. Но я думаю, что если, когда и если вы, ну, как-то перестанете себя тотально подавлять, да, вот,
разрешите себе какие-то проявления, вот, свои естественные проявления, да, какими бы они, вот, собственно говоря, не были бы. Вот, я думаю, что это стало бы, ну, путем к тем изменениям, которых вы хотите сейчас. Вот. Собственно, ну, очевидно же, что вам очень тяжело. Вот. Ну и да, с навязчивыми мыслями тоже, конечно, нужно работать. Это само собой, вот, необходимо работать с навязчивыми мыслями. Также можно, естественно, посетить врача, да, вот. Ну, проверить свое состояние, свое здоровье, вот, и если все хорошо у вас, вот, вам не нужны никакие препараты, ну, пойти на психотерапию. Вам нужна психотерапия для того, чтобы разобраться в себе, в своей системе ценностей, в своих приоритетах и в семейной системе тоже. Вот. Потому что вы очень много на себя берете. Вряд ли вы себя наказываете. Вряд ли вы так прячете какую-то злость и какое-то нежелание быть, ну, такой, какой, как вам кажется, вас заставляют быть. Вот. Как-то так, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго.